прозвучало это стихотворение со мной первую любовь. Нам не нужно что-то такое новое, которое осталось вот в том городе, где же много. Растеру. Пушкинский адрес. Любовь любого человека может превратить в зверя. Так и я искренне верил, что вот чуть помучаюсь, подымусь по карьере, приеду в ее маленький город и переверну там все. Я обрушу к ее ногам себя, такого большого, разного, преуспевшего. А еще заплачу милиции, мафии, черту лешему, чтобы упечь того мудака куда-нибудь далеко и надолго. Очень хотелось слышать хруст костей и зубов, суки. Ну а с ней мы будем жить долго и счастливо, растить внуков, умрем в один день. Только я пришел, а она все так же красива, стройна, кариока, говорит мне «Привет». А еще говорит: «Ты знаешь, я, в общем-то, счастлива и не одинока». Говорит: «Ты хороший, да и вообще молодчина!» Я, наверное, столько не добилась. Зато есть ребенок и еще вот близкий мужчина. И в конце, словно нож, словно яд, вводимый подкожно, тихонько добавила: «Невозможное невозможно». И я брел домой, то ли жив, то ли мертв, постарев и прихрамывая, как калека. Любовь меня уничтожила, но все-таки сделала человека.